В жизни можно быть уверенным только в одном – в смерти. Для одной из старейших этнических групп Индонезии – Тараджи, смерть играет особую роль в жизни. Их погребальные традиции и обряды звучат для нас так странно, что в них почти невозможно поверить. С европейским складом ума нам трудно представить, как можно месяцами жить с мертвым телом умершего родственника или приносить в жертву 24 бизона ради того, чтобы умерший попал в рай. Однако для народа тараджан это совершенно обычная практика. Они могут потратить всю свою жизнь, откладывая деньги на похороны. Я проведу вас через удивительное путешествие и познакомлю с жизнью народов Индонезии. Тараджа. Жизнь и смерть.